Мы приехали из Воронежа, приехали сюда поинтересоваться, посмотреть, чтобы сын прошел курс Войты. Очень было нам интересно, очень нам все понравилось. Большое спасибо. Очень многое узнали. И результат, конечно, получили. Он, конечно, не резкий, не быстрый, но результат есть, маленький, он заметный. У нас постоянный терапевт, там у нас в Воронеже Виктория, она нас массажирует, практикуется тоже, можно сказать так, своим новым знанием, которое получает здесь, в Мамре. Мы очень часто у нее бываем, и вот благодаря ей мы сюда попали. Ребенок голову очень хорошо стал стабилизировать, и у него начались перевороты. Он ногой опору ищет, на живот, на бок у него начались перевороты. Благодаря курсу Войты, вот 20 дней мы здесь были, он начал переворачиваться. Ну и плюс у него еще руки очень подвижные, две руки у него стали. Да все так, чтобы он руки держал, у него не-не-не, у него такого не было. Он очень хитрый стал. Да, он очень прочухал все фишки и теперь очень хитрит. У него теперь новая фишка. Тут что, у него сразу губа трамплином, как папа говорит. Да. Обижульку включает сразу, добивается своего. Пока вот не пройдешь вот этот вот путь сама, как бы, ну, даже не знаю. Я единственная, я против вертикализаторов. Не бойтесь, главное не бойтесь, не опускайте руки, и все будет хорошо. Реально, успех будет. Не бей, маму не бей. Будет успех, главное в это верить. Не опускайте руки, да.